мы подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. Казахстанцы стали реже закрывать свой бизнес. Общее число ликвидаций составило менее 1% от действующих предприятий в стране. По итогам второго квартала ликвидировано 1599 компаний. По сравнению с предыдущим годом, общее количество фирм снизилось более чем на 8000. Ключевой причиной стало упрощение процедуры закрытия бизнеса. Стоит отметить, из 3209 ликвидированных коммерческих объединений с начала года 58 было госпредприятиями. Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» сообщил о приобретении акций компании КМГ «Кашаган БиВи» на сумму 13 134 500 долларов. С декабря прошлого года фонд пополняет с помощью сделок подобного рода уставный капитал. В 2015 году было приобретено 50% акций КМГ «Кашаган БиВи» за 4,7 миллиарда долларов. Стоит отметить, что оплата была осуществлена с помощью заемных средств. КМГ «Кашаган БиВи» как подрядная организация имеет финансовые обязательства, соответственно, доли участия в Северо-Каспийском проекте. Эти расходы финансируют «Самрук Казына» и «Казмунайгаз» пропорционально своим долям. Молоко в Казахстане может подешеветь на 20%. Сегодня на долю личных подсобных хозяйств приходится 80% производимого в стране молока и мяса. При этом перерабатывающие предприятия загружены всего на 60%. Это связано с отсутствием инфраструктуры для организации заготовки и транспортировки сельхозпродукции личных подсобных хозяйств. Средства программы «Дорожная карта занятости 2020» в приоритетном порядке будут направлены на кредитование организаций сельскохозяйственных кооперативов, на базе которых будут созданы молокоприемные пункты и семейные откормочные площадки, пояснил директор департамента Министерства сельского хозяйства Еркебулан Ахметов. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал.